Всем привет, это твоя ежедневная доза интернета. Альпака родила, и ребенок был очень худым, но совершенно здоровым. Обе задние лапы этого кота парализованы и больше не могут нормально функционировать, но это не мешает ему бегать на высоких скоростях. Это был запланированный снос электростанции, но игроки были очень удивлены. Эта моль прижалась к руке этого человека. У этого парня есть черепаха, которая кусает свою собственную руку. It kind of looks like mud as well. One of the only animals whose inside of their mouth is camouflage. Stop biting yourself. Hey. Yeah, it hurt because you bit yourself, bud. Stop it. Come on, Maggie. Come on. Эта лодка имеет убирающиеся подводные крылья для более плавной езды. Это аллигатор, который в основном является живым ископаемым. Этот вид рыбы существует уже более 100 миллионов лет. Этот парень сделал потрясающий трюк. А это конец этого видео. Я очень надеюсь, что моя озвучка тебе понравилась и ты получил свою ежедневную дозу интернета. Пока!